Хостинском районе по подозрению в совершении тяжкого имущественного преступления задержаны четверо молодых людей, уроженцев Северокавказских республик. Не исключено, что они могут быть причастны к совершению других преступлений, совершенных как на территории города Сочи, так и в соседних районах. Полицейские просят всех, кто пострадал от действий задержанных или стал свидетелем совершенных ими противоправных действий, сообщить об этом по указанным телефонам.